Большой, как самый настоящий сказочный замок. Новый детский сад в Кинешме с теплым названием «Солнечный город» начал свою работу в сентябре. Строительство учреждения началось еще в 2014 году. Вскоре подрядчик обанкротился, и дело встало. Возобновилось строительство в 2018 по поручению Станислава Воскресенского. Областной бюджет предусмотрел на эти цели 90 миллионов рублей. И вот губернатор лично приехал в Кинешму посмотреть, все ли получилось. Мы с вами планомерно занимаемся достройкой объектов, которые были брошены в свое время. У нас введен в эксплуатацию детский сад в Шуево, теперь в Кинешме на очереди еще ряд объектов. Самое главное, чтобы детям нравилось. Здесь есть что, кстати, еще усовершенствовать. Мы сейчас как раз с коллегами об этом поговорим. Сад оснащен современным игровым, развивающим и спортивным оборудованием. Рассчитано 12 групп. Три из них – группы компенсирующей направленности. Одна для детей с задержкой речи и две для воспитанников с задержкой психического развития. У нас работают и логопеды, и дефектологи, и психологи. А в детском саду есть компьютерный зал. Предусмотрены условия для маломобильных граждан. У нас современный пищеблок с современным оборудованием. С появлением «Солнечного города» очередь в детские сады в Кинешме полностью удалось ликвидировать. Новое учреждение вмещает 220 человек. В настоящий момент подано 190 заявлений, зачислено 135 детей. Остальные проходят медицинский осмотр. Отдать своих малышей в новый детский сад пожелали и родители, чьи дети уже посещают другие дошкольные учреждения города. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кинешма.